В 5 селах Нарынской области Кыргызстана Кошдабо, Терек, Карабургон, Конорчок и Кокжарский Аильный Аймак запретили продажу и распитие алкогольных напитков. Мораторий введен самими жителями. Инициатором данного запрета стала местная молодежь. Аким Акталинского района Нурбек Молдакадыров сообщил, провели собрание, пригласили местных предпринимателей, которые торгуют алкогольной продукцией, приняли резолюцию и создали комиссию. Она мониторит исполнение народной инициативы. Старейшины поддержали. А, например, в селе Кошдобо население собрало 80 тысяч сомов. Кто поскольку смог, и выплатили бизнесменам компенсацию. Напомним, что это уже далеко не первый случай в Кыргызстане, когда местные жители выступают против продажи и распития спиртных напитков. Так, например, в 2017 году на юге страны в селе Жапалак местные жители скупили алкогольные напитки на сумму 4000 долларов и уничтожили весь купленный товар. Наблюдатель отмечает, что последние годы в Кыргызстане все чаще дают о себе знать признаки возрождения исламского сознания среди населения страны. Причем это происходит, несмотря на попытки властей воспрепятствовать этой тенденции всеми доступными способами. Журналист из Кыргызстана Перизат Кыргызбаева прокомментировала корреспонденту Хабархо данную новость следующим образом. Это действительно народная инициатива, особенно молодежи. Причиной такой тенденции, в данном случае среди народа Центральной Азии, является возрождение в обществе исламских чувств, возвращение к законам шариата. Но надо отметить то, что реализация отдельных законов шариата в отдельных районах – это не решает проблему в корне и ничего не меняет в плане системы порочной. Но сама тенденция того, что народ желает этого, она очень обнадеживает и демонстрирует то, что сколько бы ни предпринимали усилия правительства Центральной Азии и иностранные государства, которые имеют интересы в наших регионах, народ неизбежно движется к исламу и к ее претворению в реальной жизни. Башна чалма кидирип, паранжа кидирип, хиджаб киген, бул биздин сапогу.